среду утром фьючерсы были повышены. Инвесторы приветствовали превышающие прогнозы доходы Morgan Stanley на фоне не сильно загруженного календаря данных по экономике. Доллар США повышается. Курс пары евро против доллара понижен на 0,22% и составляет 1,0996. Фунт на 0,33% повышен относительно доллара США. Его стоимость 1,3178. Пара доллар против иены повышена на 0,5%. Курс пары составляет 106,5790. В фокусе внимания у наших аналитиков пара доллар США против канадского доллара. Пара повышается в рамках повышающегося канала. Индекс RSI находится на нейтральном уровне. Линия поддержки на уровне 1,2970 и ожидается повышение до отметок 1,3085 и 1,3115. В альтернативном сценарии понижение до отметок 1,2925, а затем 1,2890. Металлы понижаются. Золото пробило повышающийся тренд. Ожидается отступление от линии 13.37 до отметок 13.20 и 13.12. В альтернативном сценарии повышение до отметок 13.42 и 13.50. Серебро понижено на 2,18%. Унция серебра стоит $19.75. С вами был Даниил Векслер. Вы смотрели Trading Central Web TV.